Вообще изначально заказчик хотел, чтобы Путин так вот стоял и как будто он всех благословляет своим поцелуем. Но потом решили, что это слишком нереально, шоколад такой материал, который не выдержит, если все будут к нему прикасаться, поэтому от этой идеи отказались и хотели сделать просто такого приветствующего всех Путина. Но в итоге пришли вот к этому варианту, который я сейчас доделываю. И потом дальше появилась собака, дипломат, вот этот постамент с силуэтами Петербурга. Самое сложное было голову сделать, потому что голова, лицо — это самая узнаваемая часть. Если ты голову сделал, лицо хорошо, то уже дальше там можешь сделать тело. Не сильно похоже, все равно понятно будет то. Вот поэтому первое, с чего я начал, это с головы, я потратил на голову где-то дня 3 примерно. Ну, когда я почувствовал, что все, голова закончена, уже приступил к телу. Ну, просто пока что все хорошо. На самом деле я не пытался сделать президента, просто для меня было интересно сделать просто большую скульптуру человека в натуральный рост. И кого лепить мне было, в принципе, все равно. Если попросили сделать там соседа из соседнего подъезда, я бы тоже его сделал. Мне было бы также интересно. Ну, чему-то люди думают, что если президент, то это круто, а если вот соседа сделать как-то, никому интереса никакого от этого не будет. Собственно, к нам поступил заказ. Правда, изначально они хотели, чтобы это был просто бюст. Вот, но так как мы любим такие большие амбициозные проекты, мы решили не мелочиться, сделать его в полный рост. Вот, еще добавить собаку Путина, его портфель, чтобы это смотрелось все очень круто. Ну как вообще? Прибыльно? Думаю, что да.